уровнями. Это простая кооперативная настольная игра для игроков от 7 лет, в которой вам предстоит изгонять призраков из особняка. В начале игры расставьте на указанных комнатах 8 призраков. Выберите первого игрока, а потом распределите фишки охотников. В свой ход нужно кидать кубики. Первый раз цифра, выпавшая на кубиках, определяет комнату, в которую заселяется очередной призрак, а также количество ходов, которые игрок должен сделать по коридору. Если вы попадете на комнату, в которой призрак, то кидаете кубики еще раз. Если цифра выпадет не меньше 6, то вы его изгоняете. Если в команде 2 призрака, то вы не сможете из нее выйти и в следующий раз после заселения других призраков попытаетесь изгнать второго захватчика. У игроков будет 4 лампы Джека, которую можно разместить в комнате, из которой только что были изгнаны все призраки. Лампа не даст туда заселиться новым духом до конца игры. На 5-й ход появляется предводитель привидений, для победы которого нужно еще 2 игрока и число 18. Предводитель будет появляться каждый круг, так что избавиться от него будет непросто. Побеждают игроки тогда, когда они поймают предводителя, 10 привидений, и все игроки выйдут из дома до того момента, когда в нем будет не больше 13 привидений. Из-за достаточно сложных условий игра требует более 40 минут на прохождение, так что захватите вкусняшек и хорошую компанию. Случайный элемент кубиков делает каждую партию уникальной.